Ну, в принципе, у нас с Уфой так всегда происходит, что у нас много голов, постоянно такие вот, кто-то ведет, где кто-то отыгрывается, поэтому, в принципе, как бы, я уже так привык с Уфой так играть, как бы, поэтому, конечно, много эмоций отдали, много удалений, поэтому не хочется там как-то их комментировать, эти удаления, там, да, это пусть уже там на совести судей будет. Но главное, что мы сыграли одним кулаком, да, нас это не сломало, и все-таки добились результата. Самое главное. Последние три игры с Салаватом Юлаевым, ты забрасываешь третью шайбу. У тебя какие-то особые счеты с этой командой? Никаких счетов, просто я не знаю, почему так происходит, но действительно часто им забиваю. Ну и хорошо, что так происходит, и помогаю команде. Вообще, конечно, чемпионат начался так тяжеленько. Какие вот атмосферы как команда? Ну, безусловно, две игры первых сыграли не очень хорошо, даже в плане, наверное, самой игры и в плане результата, но все ребята понимают, что на этом ничего не заканчивается, нужно идти дальше, нужно пересматривать свою игру, и если все будут работать, и, да, над ошибками, даже если это не получается, просто работать, да, на льду, тогда результат придет, что, в принципе, сегодня и произошло. Все отдавались игре, все прыгали под шайбы, да, не было равнодушных в команде, и поэтому такой результат.